Не знаю, слышно вам или нет, работает артиллерия. Здесь интенсивность боевых действий очень высокая. Здесь очень большое количество артиллерии находится. Да, порой ты даже не успеваешь вступить ни в какие боевые действия, и значит, несут потери подразделения. Это и послужило тому, чтобы знаменитые форварды, да, которые имеют свой YouTube-канал, популярный Instagram, они отсюда уехали и, так сказать, написали в своем Инстаграме, что мы закончили свою миссию. На самом деле это связано с тем, все-таки, что здесь все-таки не Ирак и не Сирия, да, где противник более, значит, слабый технически, да, и не имеет таких средств, как имеют здесь две армии, которые сейчас сошлись, значит, в битве, да, и просто после того, как американские спецназовцы, очень красивые, тактикульные, понесли первые потери, они решили закончить свою миссию. Форварды, как всегда, приехали и сделали кучу красивых видео, фотографий. И, значит, они на самом интересном решили покинуть страну, судя, конечно, по их текстам. Вот. Теперь будут рассказывать про черный кофе, как они круто воевали. Ну вот, после первых, значит, серьезных ударов, после первых серьезных обстрелов, эти красивые ребята просто решили уехать из, значит, страны, где идет конфликт. Так что не всегда ведитесь на американских спецназовцев.